stays in my head. Друзья, я приветствую вас всех. Вы находитесь на канале News Fighting. Сегодня я приехал на бои нашего дела. Это один из самых топовых промоушенов на данный момент в поп-ММА индустрии. И сегодня я хочу показать вам закулисье этого шоу, интервью с бойцами. Самый эксклюзив вы можете увидеть в моем инстаграме наружный.с. Подпишитесь на канал, не забывайте ставить лайки, а также переходить по ссылке и смотреть все мои прямые эфиры, которые я провожу у себя в инстаграме. Также сегодня со мной есть одна девочка, которая, как оказывается, может бить вертушки в руку, в голову. А также она может ударить вам в голову и снести кабину. Подписывайтесь на канал, на мой инстаграм и лайкайте публикации. Приятного просмотра. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Арби, я приветствую тебя. Ты сегодня провел ярчайший бой, я бы даже сказал, это победа. Ты даже отправил перса в нокдаун, но почему-то судьи не предоставили тебе судебные записки. Как ты думаешь сам, выиграл ли ты этот бой и почему во время того, как объявили победу, ты облил камеру кофе и, может быть, себя повел, с одной стороны, как-то неправильно? И какие вот вообще твои эмоции после этого боя? Все было на эмоциях. Короче, все видели, как я этот провел я бой. Я вел этот на высшем уровне. Я вообще его удара не чувствовал. Я думаю, я этот бой выиграл. Он меня всегда вязал, короче, не давал мне работать. Клинчевал? Он клинчевал, да. По сути, бой был мой. Знаешь, это вообще они из-за ставок отдали ему. Коэффициент был большой. У него большой был коэффициент, а у меня... меньше, поэтому и заставок ему больше. Да. Арби, как ты себя чувствуешь после этого боя? Я всегда чувствую себя замечательно. Кофе помогает? Кофе вообще помогает, поэтому... Газуешь дальше? Газую. Сегодня Тимур Никулин проиграл свой бой нокаутом. Серьезно? Сегодня он проиграл бой нокаутом на Fight Nights против Стецуренко. И я знаю, что ты провел бой с Тимуром Никулиным, ты показал красивый бокс, это был высший пилотаж. Хотел ли бы ты на сегодняшний день подраться с Тимуром по правилам бокса и провести с ним реванш? Так как Тимур сейчас на данный момент проиграл бой, то есть у него есть одно поражение. И было бы тебе это интересно с точки зрения вот медийности? Конечно, да. Интересно было бы мне с ним боксировать, если он сегодня с нокаутом проигрывал. Самое главное восстановиться. После восстановления я могу с ним драться и с этим персом, он еще после бокса он сказал мне, по кикбоксингу я с тобой сделаю там бой. Давай попробуем, посмотрим. То есть ты бы вышел на реванш с персом? Ну, сейчас можно посмотреть по кикбоксингу, кто чемпион. Восстановиться будет и подраться уже с персом по кикбоксингу. Ну, жду. Да, предложение. Как ты думаешь, наше дело проявило какое-то неуважение к тебе? Или наоборот, как тебя встретили в нашем деле? Ты же тут дерешься первый раз. Как тебе организация в целом? Организация неплохая, хорошо встретили, просто... Судейство просто мне не понравилось. Будешь ли ты подавать апелляцию? И, может быть, тебе это как-то интересно будет, рассмотрение судей? Да, уже после этого боя я ничего не буду подавать. Все видели... Все увидели этот чей-бой, поэтому пускай будет это все хорошо. Как ты думаешь, персу будет интересно подраться с тобой по правилам кикбоксинга? Это твое поле, ты же профессиональный кикбоксер, ты известен по всему миру. И ты думаешь, персу будет страшно выходить на бой по твоим правилам? Я всегда жду хороших предложений. Я всегда готов с любым драться и готов за любые предложения. А что не так пошло в твоем бою? Скажи, вот. Ну, сегодня что-то был скован, не знаю. На нокаут был. Зацелился на нокаут, поэтому не знаю, что-то не пошло. Арби, знаешь, когда ты выходил на бой под музыку свою, да, это была
Я впервые в жизни вижу, как люди ликовали, они аплодировали тебе, и все твои братья тебя поддерживали, также зрители, и я думаю, что зритель сам решит, кто в этом бою победил, а кто нет. И я думаю, наши зрители также напишут в комментариях, кто выиграл этот бой, а кто нет. Арби, я тебе желаю здоровья, удачи и только побед. Я хочу, чтобы ты побеждал и показывал свой стиль, это непосредственно твой стиль, и я желаю тебе приятного кофепития. Спасибо.